Состоялся полуфинал игры «Умники и умницы Вологодщины». По традиции он прошел в Вологде и по традиции в юго-западной башне Кремля. На этот раз очень много гостей, и все полуфиналисты отметили, а их сегодня 27, что игра полуфинала намного легче, чем игра четвертьфинала. И напомню, что главной темой четвертьфинала был весь мир театр. Все было о театре. Тема же полуфинала – это история государства российского второй половины 15 века и весь 16 век. Вот что говорят об этом ребята и гости. Мне кажется, легче игра полуфинала, потому что здесь тема истории, и она ближе лично для меня. Четвертьфинал был интересный, но сложный. Сегодня вообще тема сложная. Я вам скажу, как учитель истории, просто бывший 15-16 век, одно из самых непростых времен в истории российского государства. И говорить об истории и культуре 15-16 веков, здесь надо иметь очень глубокую подготовку. Потому что, ну, мы все знаем яркие имена, там, Ивана IV Грозного, да, там, учреждение патриаршества на Руси. Но мало кто знает представителей литературы того времени. Ну, получше немножко знает, наверное, архитекторов. Но сама по себе обстановка для России – это, в общем-то, судьбоносное время. Это переломная эпоха, это переход от раздробленной к московскому государству, уже к сильной России фактически того периода. Да? Поэтому непросто. Очень интересная игра, и действительно она, во-первых, наверное, нацелена на то, чтобы наша молодежь более активно развивалась, и они развиваются в этом отношении. Вот наш сегодня представитель Вологодского района, парень, десятиклассник будет, поэтому пришел вот сюда лично поучаствовать, поболеть за него, пожелать ему успехов. Я сегодня потрясена знаниями этих молодых людей. На самом деле тема очень интересна, серьезна, и огромный такой пласт нашей истории вот, Руси. И они вот так разбираются, знают. Я думаю, что была, наверное, большая подготовка со стороны, наверное, педагогов, родителей, что немаловажно. Ну и, наверное, друзья сегодня поддерживают их все. Даже не соперники, просто друзья уже завелись тут. Можно проверить свои знания, сравнить со знаниями других людей, участников. Интересно участвовать в этом мероприятии.